Привет, друзья! Вы на канале Михайлов Олег Стартап, компании First Appliance Repair. Я рад всех приветствовать на нашем канале. Мы показываем и рассказываем о ремонте бытовой техники в США и не только. Вот. Сегодня воскресенье, католическая Пасха, и мы отправляемся в город Сан-Хосе к одному из наших техников, Райну, у которого я хочу забрать специальный программатор, потому что мы сегодня будем вместе с Джейсоном учиться менять компрессора на холодильниках. У нас сегодня по плану, по графику два компрессора. Вот. Один компрессор Lanier, вот, от компании LG. И второй компрессор, уже не помню. Вот. Сегодня, поэтому я сейчас еду за программатором, тоже от компании LG. Это чтобы перепрошить борт для холодильника, потому что ты, когда меняешь, ставишь универсальный компрессор, ты еще должен обновить прошивку на самом борте. Вот, и для этого нужен программатор. Стоит он $50, можно купить прям, по-моему, с самого сайта LG. Шел он мне 2 недели, вот, поэтому если у вас нет этого программатора, скорее покупайте его, без него никак. Вот, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, вот, и поехали. Я вам немножко покажу, как выглядят дороги во время коронавируса. Мы сейчас находимся в штате Калифорния, город Фримонт. И вот мы выезжаем из Фримонта в сторону Сан-Хосе. Хочу отметить то, что дороги, да, практически пустые, но все равно машины есть. Вот, светофоры здесь автоматические, да, вот в этой части Бэйэри, ну, может быть, и во всей Бэйэри, да, и поэтому они достаточно быстро сменяются. Вот, сейчас мы выезжаем на скоростную трассу. Вот, смотрите, вы обратили внимание то, что светофоры залеплены были, чтобы не создавать лишние пробки? Вот. Что мы видим? Мы видим, что по дорогам двигаются машины, да? Вот. Но это, конечно, намного меньше, чем обычно. Намного меньше. Вот. Этот плюс, конечно, безусловно, передвигаться по всей Бэйэри совершенно свободно. Я также обратил внимание на такую вещь, то что водители, за счет того, что очень мало машин, они как-то стали агрессивнее ездить, больше, так скажем, лихачить. И все-таки, несмотря на то, что машин меньше, напряжение, наоборот, больше. То есть я чувствую, что когда я еду, меня там кто-то подрезает, кто-то быстрее куда-то торопится. То есть машины едут более агрессивно. Вот это, конечно, печально. Вот, потому что когда много машин, обычно все так более-менее спокойны. Вот это из моих наблюдений, то, что я успел заметить, конечно, может быть, вот так вот, как-то так. Так, ну вот, я забрал программатор, программатор покажу чуть попозже, сейчас я заехал на заправку. Значит, сколько у нас тут бензинчик стоит? О, смотрите, 2,4. Вот, совсем подешевел бензинчик, и это хорошая новость. Так, беру вот такую вот, сейчас я вам покажу, тряпочку. И с помощью этой тряпочки мы вставляем вот сюда, вот так вот. Забыл перчатки. Так надо было бы перчатки, конечно, надеть. Ну ладно, сейчас мы с помощью антибактериальной салфетки все сделаем. Так, вставил карточку. Zip-код просит он ввести. Сейчас введем zip-код. Вот. И like receipt. No. И пошли заливать бензин. Вот. Ну, в принципе, можно, наверное, было не заморачиваться с этой тряпочкой. Наверное, можно было просто все сделать руками, а потом санитайзером просто руки обработать. Вот так вот пошел бензинчик заливаться.
Ну, я хочу вам сказать, народ без масок на улице и в машинах. Все без масок, все поменьше людей ходят в масках, чем во Фримаксе. Так, заправился я на $42. Ну, это отличная цена, потому что обычно это где-то $60 полный бак. Вот, а здесь сейчас за $42. Вот. Так, ну все, заправили полный бак. Обработали руки санитайзером. Вот. Сейчас отправляемся обратно в город Фримонт и будем ждать звонка от Джейсона. Вот, чтобы встретиться с ним вместе на заказе, где мы будем менять компрессор. Вот. Мы будем менять компрессор. У нас сегодня замена двух компрессоров. Вот. И, наверное, таки, если время позволит, я хочу, чтобы Джейсон сам их менял. Вот. Потому что у него сейчас еще нету большого опыта в замене компрессоров. Вот. А я хочу, чтобы он уже сам мог это все сделать под моим чутким руководством. Поехали дальше. Так, ребята, вот я приехал, встретился с Джейсоном. Сейчас будем менять компрессор. Поехали. Итак, смотри, у нас тогда есть вот такая вот коннектор на борту. Мы сейчас, у нас в руках вот этот программатор. Это LG-программатор. Вот. Сейчас мы будем перепрограммировать этот борт. Угу, давай. Вставляй белую вот сюда. Угу. Так, теперь включай программатор. Включается он вот здесь вот. Ага, вверх кнопочку. Просто вверх поднимай такую. Ага, все, смотри. Вот написано Flash. Down. Он сейчас считывает всю информацию с этого борта. После того, как он считает, он покажет нам контрольную сумму. А тут не будем включать? А, нет. Сначала нужно, смотри, сначала нужно нажать. Не, ничего включать не надо. Там флешка. Нажимаем один раз. Нажимай один раз. Один. Ага. Вот теперь, видите, он чекает контрольную сумму. То есть он сейчас считывает с флешки, которая вот в этом борту. После того, как он считает, он вам покажет этот контрольную сумму. Так. Сейчас после того, как покажет контрольную сумму, ты еще три раза нажмешь на вот эту кнопку, которую... Вот, видишь? Угу. Чек сумм. Вот она. Все. Теперь... Это что такое чек сумм? Ну, это то, что вот он, так скажем, готов к прошивке. Хорошо. Три раза нажимай. Раз, два, три. Три быстро, не тяни. Все. Да, вот теперь он смотрим, пишет, стираю флешку. Угу. А теперь он эту флешку закачивает там данные. Быстро стирает, да? Ну да, стер очень быстро, теперь он сейчас загружает. После того, как загрузит, он скажет, все. Апгрейд комплит. Все. Все, можешь выключать. Все вытаскивать. Да. Там кнопочка такая. Справа, да. Да, она бывает, она тяжело нажимается. И вытаскиваем. Ага. Все, обратно все клади в коробочку. Так. Ну и сейчас мы будем вот этот компрессор менять. Так, сначала разматываем вот здесь все. Вот, снимаем все с компрессора. Снимаем все холдеры вот здесь тоже. Вот. Дашь мне вот отвертку. Отвертку. Там черная отвертка. Черная. Да-да? Да. Я нашел вот это. Ага. И клиент оставил это. Ну да. Давай. Что там все выкручивается тоже, земля выкручивается. Угу. Выкручиваем землю. Вот здесь тоже выкручиваю ее. Угу. И снимай. Сам вот этот вот штекер там снимает с компрессора. Отвертка может туда прям залезть. Все.
Смотри, я еще вот эту снимаю сверху, чтобы она мне не мешала, ну, да. Вытаскивать компрессор. Все, да, и вообще в стороны складываю. Угу. Все, теперь снимаю вот эти вот холдеры. Они просто нет, смотри, вот это поднимается вверх, да, вот это, и в бок вытаскивается. Да-да-да, во-во-во, и ушла в бок. Все, это раз. Все четыре снимаем. Угу. И с другой стороны, сзади еще два. Их сложнее вытаскивать. Вот. Да, это тоже можешь раскрутить. Потом, да, ну можно и сейчас. Давай. Лучше сейчас, наверное. Вот это все снимай. И вот эту вот на самом фильтр-драйере, вот эту вот обмотку тоже снимай. Чтобы она... А, ну мы там варить, наверное... Будем? Да, будем, снимай ее. Угу. У нее спайдер же, поэтому, наверное, надо будет менять. Не, фильтр, драйвер, да, конечно, будем менять. Будем менять? Да, тогда будем. Все. Так, теперь смотри, вот у нас есть торч. А, где я эти ключики давал? Открывай на торче, вот здесь вот. Ага, ключиком разматываем против часовой. Отлично. Все. Ну, пошло там, да? Она крутится? Не хочется. Ну, еще. Против часовой. А? Давай. Стоп. Она с... Дай-ка. Сейчас. 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 Вот, все. Просто надо, ну, как бы немножко на... Так, все, теперь вот здесь открываю вот этот вентиль. Открываем. Угу, все. Все, открыл этот. Теперь смотри, ты открываешь вот эту и прислоняешь носик к уху. И слушаешь, вот чуть-чуть оно было вот, понял? Ну, чтобы вот ты почувствовал, ну, прям не боясь к уху, чтобы она вот пошла, воздух чуть-чуть пошел. Почувствовал? Ага, теперь вот эту открывай. Так, средненькую. Не бойся, не бойся. Нет, это уже не надо слушать. Просто открывай ее. Еще побольше. Побольше? Все, давай. Теперь делай. Ближе, ближе. Ага, все, побольше огонь. Давай, да? А крышу бери. Да, и держи. Когда покраснеет, начнем вытаскивать, понял? И теперь немножко смотри, чтобы быстрее краснее стало, приближи войска. О, видишь, краснеет, начинай вытаскивать. Вот, 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 вот. О, красавчик. Одной рукой грей, а другой начнем. Да, все, не спеши. Дождись, пока она покраснеет, и только тогда начинай. Да, и потихоньку. Оп, молодец. Так, теперь с этой стороны хватайся за сам фильтр-драйер, да. Видишь, еще компрессор, он тоже сейчас будет горячим. Да, вот так. Либо тряпку туда надо будет переставлять, понял, да? Пошел, пошел. Вот, все, вырубай. Так, ну что, друзья, не стали мы снимать весь видос, как мы меняем компрессор. Вот. В общем, мы его компрессор поменяли. Вот. Заправили фреоном. Вот. Включили компрессор, он начал морозить. Холодильник работает. Все отлично. Вот. Теперь мы выдвигаемся на следующий заказ. Где тоже мы будем варить уже второй компрессор. Вот, находится он в городе Нью-Йорк. Вот. Ну, вы не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки. Ставьте колокольчик. Вот, и увидимся с вами в следующих сериях. Так что вот так.